стихотворение «Дневник», автор Ольга Борисова, читает Иван Пономарев. Сегодня ночью был налет, сирены громко выли, немецкий первый самолет за городом подбили. Я заявление подал на фронт, не взяли, молод. Так фрезеровщиком и стал, направлен был на молот. Работаю полдня и ночь, еще мой пост на крыше. Порой бывает так неумочь, что засыпаю в нейшем. Обстрел, голод, силы нет, и порвались ботинки. Кусочек хлеба на обед и первый снежный. Пора идти мне за водой, в квартире нет и капли. Мороз кричает, ветер злой. Вернусь, увы, на прятать.